Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала, с вами Артём. И мы продолжаем играть в Hard World на сервере Uganda 2. А перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. В общем, да, сейчас я жду Одиссейку, сейчас я ему напишу, что надо. Так, блин. Вот, все, он, я думаю, он сейчас разберется. В общем, да, начали. Скоро у нас там вайп, предыдущий видосик, там мы немного рейдили. О, босс появился на РТ-2. У вас есть 1 час, чтобы его убить. Надеюсь, сейчас Одиссейка тэпнется, потому что он у тебя с дискордом, у него затупнички. У нас и метеорит упал, и босс появится. Сегодня у нас будет оживленненькая серия. Одиссейка с нами давно не играл, как вы слышали из предыдущего... А, вы не слышали, наверное, с предыдущего видоса. Там это вне видоса было. В общем, у него комп накрылся. Да, поэтому он с нами, к сожалению, не играл. Так, вот. Поэтому сейчас у него более-менее вроде все стало нормально. Ну, это еще не точно, но... Он старается к тому, чтобы у него все было нормально. Я на арену. Гоу. Вот. И... Как раз таки, как только у него... О, все, Одиссей. Так. Малой, ты в Дискорд зайдешь? Или чё? Да он так не работает, ебать, прикинь. Ну ладно, все, давай тогда погнали. Сейчас сначала, ребят, мы, короче, пофайтимся, а потом пойдем на боссов. Погнали? Давай. Я тебя разложу, я тебя разложу, я тебя разложу. Ладно, разложил. А теперь кто кого разложит? Блин, я косю с болта. Ну или не косю. Или просто притворяюсь, что косю. Да. На таком расстоянии я не попаду. Попал. Попал. А, чердак мне снес, сволочь. И я ему чердак снес. Ха-ха-ха-ха! Одиссейки сейчас бомбит, наверное. Ха-ха-ха! Так, где ты? Одиссей, опыт не пропьешь, Одиссей, пойми. Это я еще не использую мышку автокликом, чтобы она у меня, точнее не автокликом, а двойным кликом. Ну как тебе побоище? Нельзя давать ему. Блин, у меня на... Твою мать, у меня дробаш. Ай! Черт, я мертв. Я бессмертный пару секунд! Ай! Ах ты сволочь! Так, теперь ему будет легче. Блин, перезарядка.
Тупая перезарядка. Блин, гребаная перезарядка. Блин. Так, где он? Вот и все. Фореста просто так не победить. Так, стоп. Я просто так не сдамся. На тебе лещанского. Писищанского. Второй писищанский. Блин, смотрите. Ух ты, ё-моё. Ага, конечно. Ай! Черт, у меня лук сейчас вы! Ложбет! Блин. Oh, yeah. That was good. У меня золотой топор, давай. Хрен ли терять шанс, да? А что? Стоп, я его не вижу. А что за... What the fuck? Чё с одиссейкой? Я не вижу одиссейки. Чё-то, ребят, пошло не так, походу, у него. Но он не... Он появился, все. Твою мать. Что-то он как-то отлетел на пару секунд. Да, талант не пропьешь. Ах ты, ёпта! У меня последний шанс остался. Блин. Теперь херово будет, ребят. Возможно, а возможно нет. Ну, просто сами понимаете, да, с копья против эмки на такой вот хрени трудно будет. Да хрен я так попаду. Черт, перезарядка. А я его что-то не вижу. Что-то, а где он? Куда он-то подевался? Так. Так, куда одиссейка подевался? Ладно, в общем, да, сейчас я ему напишу. Так, ТП дом.
Оденусь сейчас, и мы сейчас, ребятки, пойдем с вами на босса. Нам надо... Он на РТ-2 появился, у нас как раз там нычка есть на РТ-шке. Вот, и мы сейчас как раз-таки пойдем его туда месить. Так, сейчас я только снаряжу себя всем, чем надо. Да, у нас Саня уже вышел, он у нас, потому что мы завтра на работу. О, да, ну чё, как тебе, щегол? Нормально, пристал. Да я что-то как-то сам не ожидал даже. Так, короче, давай берем патры, всякую хрень и погнали боссов месить. Они на второй РТшке, у нас как раз там сейчас все есть для этого. Так, сейчас я быстренько только найду ресы. Вот это нам надо и вот это стак. Все, давай, в общем, на ботинки где твои, обувайся. И ТП на меня. Так, ребят, сейчас мы пойдем варп РТ-2. Блин, у меня 7 минут. Пропиши варп РТ-2. Мне что-то жестко... Мне почему-то откат 7-минутный, я хз. Что-то странно, ребят, что за херня происходит. Я давно не файтился с Одиссейкой. У нас было много шуточек. Типа, когда у Миши еще ноут был. Варп, да, РТ-2. Вот, я обычно любил пошутить, типа, ну как мне, как нам вообще играть на сервере, да, если типа у одного лагает, а второй Данила. Вот, эти шуточки мне припоминали, и поэтому очень много файтились, и это было весело, классно. Вот, и я надеюсь, это будет повториться. Так, ТПР, вот. Принимай ТПшку. И сейчас мы хату как раз там, у нас хата уже готова и есть, в принципе. Нам там зарегаться и, в принципе, выносить боссов. Начнем, сейчас будем лутать. Попытаемся, посмотрим, что с них упадет, потому что мы подрастратили немного сишек. Да, на рейды, на все, вот. Там некоторые ведут. Так, погнали за мной. Да, только аккуратней, пока не пали в них ни с чего. Давай сейчас сначала в хате зарегаемся. Да. Только смотри, там у хаты уже у нашей бегает одна харкалка. Фак ю. Забегай резко в хату. Регайся, задавай точку возрождения. Тотеме. Давай на лестницу. Так. Так, секунду. Блин. Так. Нормально. А, фак! Ща, погоди. Да ё-моё. Мне твоя жопа мешает. Спустись вниз. Я эту хрень ремувну. И потом залезь вместе, я поставлю. Давай быстрее, это сейчас вся харкалка сбежит. Спустись вниз. Твою мать, Одиссей. Вот это вот уже не нравится мне. Неужели он залагал? О. Ты чё, лагаешь, что ли? Поднимись наверх. Залазь на самый верх. Да я понял, что ты залагал. Да ё-моё, блин. Так. Все, да, вали всех. Вот там какая армада бежит с РТ. Давай только кучнее вот здесь их вали, и все. Сейчас я динамитиком их позакидываю немного. Жуйте свинец, твари! Так, стоп, не вали. Все, вали. Не кидай динамит, ящики разбивай. Да я знаю. Что-то харкалок на этот раз мало прибежало. Так, минус один. Они сейчас плевать будут пытаться.
Так, минус Йети. О, основа рейд-дрельки выпала. Так, минус еще одна. А я понесся вниз. Я внизу! Последний остался, спускайся. Это ты ее? А, красавчик. Все, давай. Да не, она... О, она... я думал, она забаговалась. Так, что у нас? Так, что у нас? Тут куча всякого хлама. Куча хлама, 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 хлама. Где мои сихи? Так, о, промокодик. Хоть какой, какой-то плюсик. Че, есть что-нибудь? Детон, сиха? Нет. Вот, видите, ребят, такая вот херня. Да, печалька, печалька, печалька. Ну ладно, хотя бы босса минусанули. Немножко подняли жира и всего остального. Так, ладно, ребят, мы на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.